Всем привет, ребята! С вами снова я, Филбокс Бро, и сегодня вторая часть выживания с модами, но только с другими модами. Я сделал собственную броню, смотрите, эту броню сделал я сам, то есть в верстаке. То есть вот такая вот броня, да. Вы спросите, как я ее сделал? С помощью прочной ткани. Так что, ребята, будем повсюду собирать прочную ткань. А я ее выкидывал. И все-таки довыкидывался то, что у меня, впрочем, ничего не осталось. Будем опять же воевать с... Ой-ой-ой. С ними. С такими вот военными зомбаками. Искать данжи, да? Да? Зомби. Наверное, да. Ой-ой. Ребята, и особенно, чтобы меня именно сейчас не застрелили, вы должны поставить лайк. Ой. Подписаться на мой канал. Ну а мы начинаем. Ну так, ребята, все. Готовы к битве ночью? Лично я готов. Так, ребята, начинаем. У нас есть самопал, который стрельнет одной пулькой, и все. Ребята, вот напишите в комментариях. Я опасно выгляжу. А? Так, короче, ребята, давайте уже приступим. Я тут где-то неподалеку видел каких-то... Вот таких-то зомбачков. Ой, какие же вы опасные. Очень опасные. Кстати, кто это там такой? Очень странно. Кто это такой вообще? Я не знаю, кто это. Кажется, кто-то из сиреноголовых. Ладно, если кто знает, напишите в комментариях. А я сейчас к ним хочу пойти. Расспросить у них, что у них тут вообще творится. Так, давайте положим для начала вот сюда вот все. Бамс. Что там? Кто там? Они сидят. Кто они? Вот эти вот штуки. Ну хорошо, у них 15 жизней, я думаю, с ними быстро справлюсь. Ну, урон у них всего лишь по половинке сердечка, так что я думаю, то, что это было достаточно легко для меня. Легко, потому что у них урон очень маленький, ну, я поглотил его душу, что ж. Что вы хотите? Нужно поспать, что? Спим? Надеюсь, меня сейчас кто-нибудь не зарубит, пока я сплю. Нет, вроде бы никто не зарубил. Я там еще какую-то фигню видел. Ну ладно. Нужно бежать. Опаньки, зомбикус, вы здесь? А я вот Филбокс Бро, настроенный на то, чтобы вас убить. Ладно, бам! Убил. Ладно, давайте уже. Так, кожу мы выбрасываем. Хорошо. Наше приключение продолжается, ребята. Это еще не все. Кстати, я вам еще не показывал вот это мой список, кого я поубивал. Даже спрута нашел. Даже скелета-солдата убил. Да, ну а сейчас давайте мы превратимся вот в эту фигню и посмотрим, что это такое. Что это такое? Я какая-то большая, очень высокая фигня, которая очень быстро бегает. Она очень быстро бегает, просто, ребята. Вы посмотрите, какая большая фигня, и она так быстро бегает. Напишите в комментариях, хотели ли вы с такими встретиться. Кстати, ребята, это место, я помню его. Это мое родное место. Там, где я родился, там моя тайга, в которой я, в принципе, родился. А, нет, это не тайга, я не в тайге родился. Ну, в Майнкрафте. Вот это та самая тайга, я там в том лесу. Лесочки родился. Помните, ребята, в прошлом видео? Мы сейчас будем превращаться в спрута и плыть. Я спрут. Чуть-чуть. Ой, я не сплут, я спрут. Поплыли, ребята, плывем. Так, мы приплыли к какой-то тайге. Добывать я там деревья не буду из-за того, что у меня и так куча всего уже. Бам! Плывем, ребята! Быстрее. В прыжке побыстрее это будет. Я знаю. Джунгли!
Та-да-т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 а-
Как же я их так нашел легко? Даже сам не представляю, как я их так легко нашел. Ладно, выбираемся, выбираемся. Хорошо. Попугайчики! Я его сейчас убью, получу вашу душу. Ай! Ай! Все, получил. Есть. Я получил душу попугаев. Больше вы мне не нужны. Мне нужен был только один. Ладно, давайте уже будем добывать арбузики. Много еды себе добывать. Уже 24 арбузика добыли. Так, ребята, я думаю, это как бы хорошее место. Не, не для дома, а чтобы просто здесь, особенно вот здесь вот, чтобы посидеть, посмотреть. Как не прекрасен наш мир. Как прекрасен наш мир, можно посмотреть в окне, а в Майнкрафте это совсем другое, так что забудьте. А, кстати, ребята, а если я превращусь в попугая, он будет летать? Нет, у него нету никаких свойств. У него никаких нету. Хорошо, хорошо. Если нету, так нету. Кстати, ребята, я думаю, мне, конечно, нету вот здесь вот, на вот этой версии мода на сумеречный лес. Но я, ребята, обязательно его установлю, чтобы попасть в сумеречный лес. Ребята, можно сказать, я уже буду как следует готовиться к этому, чтобы попасть в сумеречный лес. Буду специально искать алмаз. Или может туда что угодно бросить. Нет, именно алмаз. Именно алмаз. Несколько ведер сделаю. Ну, одно ведро. Для того, чтобы сделать как бы... Сами знаете что. Да, чтобы сделать это вот. И потом просто ходить и убивать боссов. Ай. Ну, в принципе, логично. Давайте, давайте. Эта идея мне, в принципе, понравилась, да. Мне кажется, довольно прекрасная идея. Так, ну в таком выживании. Побывать вообще на сумеречном лесу. В сумеречном лесу. Вы думали то, что я пранканусь? Да, да. Вы думали, что я пранканусь? Я не пранканулся. Ребята, я не попался на эту ловушку. Блин, может все-таки туда отправиться? А, так здесь вообще фигня эта шахта. Бегемоты, крокодилы. Куда я попал, ребята? Что я делаю в шахте в этой? Как мне выбраться отсюда теперь? Ладно, буду сидеть и копать медь. Просто буду сидеть и копать медь. Все. Ба-бам, 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 бам. Оловянные слитки. Ребята. Ну, оловянная руда. Оловянная руда, оловянная руда. Хорошо. Арбузики ставим вот сюда. Сколько у меня теперь много еды будет? Давайте уже дальше будем приступать. Дальше будем приступать к нашему вымиранию. Из-за того, что как мне выбраться, я не знаю. У меня совсем нету блоков. Так что давайте выбираться. Так, строимся. Чего я за строение здесь вывожу? Ой, ой. Мистери. 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 Как у вас дела? А? Все хорошо? Да? У меня... Вот, недавно кабриолет купил. Выбрался наружу потом. Хорошо. Вот это вот, что это такое? Вот это вот, что это такое? Это скрытая руда. Я вас еще... все равно добуду. Уголечек, я тебя нашел. Железка, я тебя нашел. От меня не спрячетесь. Я хочу найти алмазы, я хочу найти алмазы. Выкидываем эту старую кошелку, а сами мы просто убегаем. Видим вот эту развалину некрасивую, убиваем ее. Ай-яй-яй. 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 Все.
Это старая, не знаю, ну, эта фигня умерла, ребята. Ну и, в принципе, давайте. Уже я думаю, то, что буду завершать. Короче, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну, а на сегодня это все. Всем пока-пока. Я буду искать убежище для скрытия. Я его, в принципе, уже нашел. Всем пока. В следующем видео, кстати, мы попробуем, уже будем готовиться к сумеречному лесу, если это вообще идет на эту версию, ребята.